В инфекционном отделении практика. Молоденьких студенток медколледжа обход. Знакомство с пациентами, с любопытными, поучающими моментами. Вот палата больных особенных, как положено без диковинных. Вот отдельно бокс, боку свет, в нем матч 9 лет. Сказала медсестра, родители у него умерли с измальства. Их наркоманов ВИЧ не помнит Дима. Помнит тетю Машу, как сгусток дыма. Тетя сразу забрала его к себе, чтоб вовремя получать себе 50 тысяч ежемесячно за мальчика, держа малыша в застенках подвальчика. Тетю Машу не волновала Димки на здоровье. Запустила время, ушло в ужас после словия. Поздоровайся с девочками, Дима. Здравствуйте, печальными глазами мыло. Симпатичный он ответил, как ему здесь хорошо. Жаль, что скоро умру, лечусь, но не прошло. Не умрешь ты, ведь у нас герой. Медсестра подбадривает за спиной. Выздоравливай, Дима, на устах. Щебетали девчонки с мокрыми глазами уходя. Сидел Дима на кроватке, весь мир любя. Глаза его говорили уходящим, повезло вам. Счастья, удачи вам. За вашим мечтам повезло вам, счастья, удачи вам.